Thank you.
Да, давайте сейчас. Друзья, всем привет, в особенности всем тем, кто нас смотрит на YouTube-канале Федерации баскетбола Украины. Сегодня хороший солнечный день, но не о погоде. Черкасы сегодня дома принимают Николаев. Это будет суперрубка, потому как именно в третьем матче серии определится участник полуфинала. Я думаю, что... Ну, вот такой прогноз, по крайней мере, что все решится в концовочке игры. Может быть, конечно, плюс 20, но я думаю, рубка будет еще там. Много нервов, много эмоций. И вряд ли мы сегодня увидим зрелищный баскетбол. Но мы сегодня увидим супер эмоциональный и такой, знаете, как баскетбол на грани битвы, скажем так. Окей. Раз, два, три, четыре, пять. Володь, вы меня слышите? Thank you.
Дамы и господа, добрый вечер и добро пожаловать на хорошую баскетбольную рубку. Мы на это надеемся, ну а по-другому быть не может. Черкасский Мапа сегодня на своей площадке принимает Николаев. Это третий матч полуфинальной серии четвертьфинальной серии, тут поторопился в действительности, за выход в полуфинал борются обе команды, и обе команды имеют приблизительно равные шансы. Единственная серия четвертьфинальная, которая имеет сразу три серии. Первая состоялась в Черкасах 7 апреля, вторая часть этой битвы была 9 апреля в Николаеве, и сегодня вот третий поединок. До этого все уже коллективы четвертьфинале разобрались, ну и, собственно, мы имеем уже трех полуфиналистов, это Кривбас, это Динамо, это Химик, и вот именно южницы ждут своего соперника по полуфиналу. Кто будет этой командой четвертой, это большой вопрос. Вы знаете, многие специалисты говорили о том, что в старте этой серии нету фаворита. Но называли, конечно же, небольшим фаворитом Черкасские Мапы. Вот после игры в Николаеве последней, я уж точно скажу, что шансы 50 на 50. Не совсем хорошо, мягко говоря, отыграли Черкасские Мапы в Николаеве. В соответствии хозяева той площадки 9 апреля выжили, ну, фактически максимум. На опыте, на хорошем, таком, знаете, правильно сказать, вот, баскетболе смысле Николаев взял эту победу. Притом хорошая защита, плюс ко всему, знаете, такой брак вот черкасских мав, связанный, ну, судя по всему, соответственно, с мандражом. Там, я не знаю, с чем это можно связать, но одну из, ну, худших по качеству баскетбола, наверняка так будет правильно, игру показали черкасские Мавпы именно в Николаеве. Они проиграли, притом проиграли по всем статьям со счетом 52 на 68. И вот после этого матча счет в серии стал 1-1. Все с нуля. И все будет решаться именно здесь. Уверяю вас, что сегодня мы с вами узнаем имя команды, которая будет играть в полуфинале, и уже 14 апреля начнет свою серию против Южницкого Химика. Очень тяжело физически будет в полуфинале. Ну, кому какое дело до этого? Сейчас надо выгрызать победу вот в этом матче, и, знаете, физики, наверное, небольшое преимущество имеет команда из Черкас. Эта команда гораздо моложе. В составе Николаева есть Иванов и Ануфриев. Соответственно, ребята 78-го и 82-го года рождения. Не так уж просто отыграть на одном уровне фактически ветеранам нашего баскетбола три матча к ряду. Но посмотрим, как оно будет. На бумаге оно одно, в игре совсем другое. И сегодня все будет решаться в настроении, в борьбе, в битве. Сегодня не будет быстрого баскетбола, я вас уверяю. Сегодня не будет эмоциональной, знаете, быстрой игры. Сегодня не будет супер много слэмданков. Сегодня будет заруба. Сегодня будет рубка эмоций. Сегодня будет битва в трехсекундной зоне вот здесь. И сегодня будет все решаться в эмоциональной составляющей и, конечно же, в заряде на игру. Черкасский Мапа играет в белой форме. Быстро я вам обозначу пятерку. Сзади Артамон и Юваламан, который прессингует уже соперника. Я понял, на что надеется Максим Микельсон. С первых секунд загнать просто своего оппонента, попробовать прессинговать хорошо и плотно. Посмотрим, как это будет. По крайней мере, первый прессинг принес свои результаты. Артамонов идет в быстрый прорыв. Артамонов не забивает, но Балабан добавляет. Балабан в позиции третьего номера, ну, второго, наверное, да. 2-3 и Сизов, 2-3 и Евгений Балабан. Большой на позиции четвертого носков, центр Станислав Завадский. Николаев, кроме двух мегаопытных исполнителей Ануфриева и Иванова, здесь Шостуха, Цикалюк и кого-то я забыл, Кожемяк, да, в позиции первого. Традиционно он выходит в старте в этой серии. Тонченко на лавочке, уверяю вас, Тонченко все окей, да, у него были проблемы с голеностопом, но на разминке он работал в общей группе. Собственно, на него очень большая надежда, потому что это серьезная опция в ротации
Николаевцев и Тонченко сегодня будет очень важен. Посмотрим, как оно будет. В общем-то, задняя линия Николаева в стартовую минуту игрового времени не сумела качественно продержаться против прессинга. Но это ведь старт. Тут ничего еще не означает. По крайней мере, сейчас скажи мяч. Сейчас забивается такие вот штрафные, и разница всего-навсего в одно нападение. Клим Артамонов. Блекло он, в общем-то, как и вся команда выглядел в Николаеве. Сизов идет в проход, Сизов делает снос. Да, надо бить с уголочка, и Палапан забивает свою трёхку. Зал ревет. Сегодня, кстати, в Черкассах побольше болельщиков, нежели это было в первом матче серии 7 апреля. Оно-то понятно. Сегодня точно все решится. Шестуха здорово вошел, ворвался на быстрых ногах. Пока они действительно быстры. Пока физика вот этих вот матчей не сказывается. Сквознячок. Кожемякин бросает мимо кольца и мимо воздуха. Скажем так, блокшот, но, по-моему, надо считать. Так оно и есть. Цыкалюк немножечко не успел в этой ситуации. Можно взять минуту. Я бы взял минуту на месте. Да, так оно и есть. Так оно и есть. Читаемый тайм-аут от Сергея Кирлана. И тайм-аут, который должен взбодрить команду. Ведь я не зря говорил о возрасте. Действительно, на одном уровне отыграть три матча кряду за пять дней сумасшедше сложно. Максим Микинсон говорил о минусе своей команды. Это нестабильность. По ходу сезона эту команду трусит очень прилично. Эта нестабильность связана с молодостью. Но, в общем-то, в серии, вот в такой плотненькой серии, молодость может помочь, как ни странно. Да, не в первых матчах, но вот сегодня именно, когда на свежих ногах, когда команда бежит и команда готова отдать максимум, и этот максимум получается. Это важно. Посмотрим, насколько Черкассы смогут этим воспользоваться. По крайней мере, первую такую, знаете, первый задел команда сделала. Я скажу, что этот матч мы показываем сразу на несколько русскоязычных стран. Именно поэтому комментируем на русском языке. Генеральный спонсор Федерации баскетбола, а именно чемпионата Украины, является компания «Фаворит Спорт». Официальный мяч тут не родился. Партнер ФБУ, компания «Авангард». Иванов. Иванов выходит через заслон Цыкалюка. Иванов, хорошая комбинация. Здорово. Все было сыграно. Забей, только Денис Иванов не забивает. Иванов свой мяч. А Цыкалюк хорошо все сделал. И заслон поставил, и передачу. Ну, в общем, двоечка хорошая, рабочая. Надо только было забивать. Халят против Дениса Москова. Есть интересная статистика, которая касается хозяев площадки. За свою историю черкасские «Мавпы» 5 раз играли в четвертьфинале основного турнира украинского. Я не беру во внимание высшую лигу. И вот с 5 раз дважды черкасские «Мавпы» проходили в полуфинал. Было это давненько, еще в сезоне 2004-2005 и 2005-2006. Клим Артамонов. Все делает самостоятельно. Черкассы нарисовали фактически двузначную разницу в счете. 11-2. Менее чем за 3 минуты игрового времени. Хороший домашний рывок. Прессинг вновь продолжается. Иванов, да, да. На опыте Иванов сейчас подставлялся под фол. Снимает Дениса Носкова.
Вы-то не видите. Да, видите. Выходит Антонец. Аплодисментом не просто так встречает того парня. Он переболел, и это первые секунды его на игровой площадке в этой серии. Почему о нем нужно говорить? В общем-то, это снайпер команды, а у Черкасских Мавп очень глухо не летит. Такого гиблого процента реализации дальних в этом сезоне у черкащан еще не было. В общем-то, против Николаева Черкасские Мавпы забивают все на все 27% своих атак. Издали в этой серии, я так понимаю, что дела обстоят еще хуже. Сизов теряет мяч, пытался подставиться. Арбитры разобрались в ситуации. Тонченко не любит очень прессинг. Вот. Прочитал эту передачу защитник, конечно же. Все было хорошо, но Завадский за получение в этой ситуации здорово сыграл. Я сегодня спросил у Стаса, все нормально у него с руками или нет. Все знают эту историю, наверняка, которая состоялась в Николаеве. Но он сказал, что готов, буду бросать, и руки не болят. Антонец грамотно срывает потенциально опасный быстрый прорыв Николаева. В общем-то, в этой серии быстрых атак было не так уж много. В Николаеве немножечко там побежали команды в третьем периоде. В Черкасах вовсе была такая суровая позиционка, которую больше коллективы готовили. Затяжные атаки прекрасно. Прекрасно. Ануфриев. Шедевральный пас. И Цикалюк одной рукой отправляет гвоздь в корзину черкасских мав. За счет скорости Станислав Завадский сейчас разобрался с Цикалюком. Вот против Саши, если будешь возиться, долго готовить свой бросок, он тебя зачеклит без проблем. И это догма сезона. Лучший блокирующий чемпионата Александр Цикалюк очень продуктивен вообще-то в этом сезоне. Есть один недочет в игре этого парня, это стабильность. Если бы ему еще стабильности добавить, ну, вы знаете, может быть, в Украине он и не играл бы. Андрей Шаламов выходит, его встречает публика аплодисменты, может быть, и Завадского овациями провожают. Цикалюк. Красавец, просто вырвал мяч после штрафного. Очень много в очных дуэлях, очень много Николаев выигрывает мяч после второго непопадания со штрафного. Это тоже бросается в глаза. И вопрос не только в серии, вопрос и в самом чемпионате. Эта тенденция сохраняется и сегодня. Антонец выигрывает действительно потерянный мяч для своей команды. Спровоцировал на касание Тонченко. Чемякин выходит на площадку вместо Цикалюка. Самонов нужно бросать. Почему-то Клим решил заиграть большого в этой ситуации. Но он имеет на это право. Шаламов продавил Чемякина, но не до конца. Сизов здорово отборолся в этой ситуации. Артамонов, классная передача на трехочковую дужку. Не забивает балабан. У него один из двух сегодня издан. И вновь свободный. Не бросает Клим Артамонов. Боится все-таки. Но очень зря. Наверняка было. Быстрый отрыв может получиться у Николаева. Нападение от Дениса Иванова. И он не попадает. Возможно, это то, о чем я говорил. Возможно, это усталость. Не хотелось бы для Николаева, чтобы в действительности Иванов поднаелся.
Но сегодня процент реализации у него нетрадиционный. Быстрый отрыв, и вновь Антонец вот, в ситуации с таким ничейным мячом фактически выходит победителем. Хорош Антонец, за вот 2 минуты игрового времени много полезных действий. Черновой хорошей работы совершил Дима. Сизов, да, он будет бить издали, и он будет не попадать. Носков выигрывает мяч на чужом щите, и без проблем через маленького разбирается. Ответил уже Балабан. Не доглядел. Далековато вот комментаторского места находится трехсекундная зона. Абсолютно непонятен этот фол. Объяснение одно. У Балабана не было в голове количество фолов. А я вам скажу, сколько их. Это 6-й командный. Александр Кобец, лидер по количеству набранных очков в среднем за игру в составе Черкасских Мал в этом сезоне. Он выходит аж на 7-й минуте игрового времени. Связано наверняка это с тем, что все хорошо по нападению. По крайней мере, Максим Никинсон доволен нападением своей команды в старте этой игры. Ларри Холл. Временем Черкасы поменяли разыгрывающего после досадной потери Клима Артамонова. Вы помните, ногой продолжил введение лучший ассистент Черкасских Мал. Шаламов. Шаламов грамотно, но второй раз не забивает через Щемякина. Иванов создает вроде бы себе ситуацию, но там бросить было очень сложно, поэтому вышел через передачу. И фол в нападении для Чемякина. Андрею Шаламову досталось. В борьбе это второе командное замечание у Николаева. Николаевцы разобрались по защите, это заметно. Тот провал, который был в стартовом отрезке игры, сейчас не наблюдается уже в защитных действиях николаевцев. И вот она чуть ли не очередная потеря. Я бы, может быть, и на месте Ануфриева руку не вставлял. Не хватило, скорее всего, периферического зрения Алексею, чтобы понять то, что защитник не достанет этот мяч. Кострубатое нападение черкасских мап в этой ситуации. Были нарекания, в общем-то, у черкащан на то, что слабо ходил мяч. Последняя встреча в Николаево, и действительно баскетбол был такой, знаете, очень сумбурный. Максимальная комбинация, которую проходил у черкасов, какая-то обычная двоечка, больше мяч не гулял по периметру, были какие-то скованные действия в нападении. А сейчас мы видим немножечко другую организацию, по крайней мере видели, если не брать в учет последнюю атаку. Кожемякин возвращается на площадку. Тонченко, ну, по крайней мере, с Тонченко лучше защищалась команда. Я не скажу, что нападение супер там вырисовалось. Но лучшая защита была точно у Тонченко. Третий матч четвертьфинальной серии. Черкасские Малпы, Николаев, Шаламов. Тяжеленный мяч вытащил Андрей Шаламов. И какая хорошая передача от Ларри Холла. Плюс 7. За 2 минуты до окончания стартовой 10-минутки. Прессинг мы видим. Кожемякину тяжело. И Кожемякин ошибается в очередной раз. После прессинга Николаев не забивает свой мяч. А вот Ларри Холл очень тяжело забил левой рукой. Я не знаю, может быть, высматривал где-то Цикалюка, но тот на лавочке запасных. Почему я говорю о Саше? Потому что очень много гамаков он уже поставил в этой серии. Черкасы именно быстрых отрывов. Кожемякина добить. Технически интересное очень исполнение этого броска. Пол. Сезон. Сизов ошибается, Александр Сизов продолжает борьбу.
выигрывает ее у Лукьянова. Кстати, Александр Сизов лучший в этой серии в составе черкасских мап. 17,5 очков в среднем за игру он собирает. Лучший у Николаева Александр Шестука. Именно в серии. 15 баллов. Да, нужно выпускать Цикалюка. Поднаелся немножко Чемякин в нескольких защитах, когда он вышел с лавочки. Он здорово выглядел. Но после этого немножечко подсел, и Цикалюк сейчас выглядит попредпочтительнее. Не успокаивается фан-сектор черкасских мап. Он понимает, что сегодня день Х. Или их команда до конца месяца продолжает сезон, или ребята пакуют чемодан. Шаламов на Макса Мирошниченко. Передача в угол. Антонец не бросил, а очень зря, потому что под сирену. Он это все должен был делать. Иванов. Здорово, Цикалюк ему поставил спину. И Денис Иванов забивает важнейшую треху. 19-13. Плюс 6 у Черкас. Ларри Холл. Да, Ларри Холл увидел коридор, но, скорее всего, именно этим пытался подловить Иванов соперника. Сначала дал по мысли Холлу пройти, а после этого сделал шаг и все. Ларри Холл не слишком взрывной парень. И эту ситуацию он проиграл. А может быть, во многом понадеялся на когда-то быстрые ноги. Да, все-таки возраст тоже у Холла приличный. В любом случае, в замешательстве в борьбе николаевцы, они потеряли досадный мяч. И у Черкас будет 15 секунд. Да, Макс Мирошниченко по максимуму должен использовать это время. 7 секунд остаются его команды. Будет проход, скорее всего. Скидка на дальний бросок. И Андрей Шаламов бросает кирпич. Не успеет в этой ситуации Николая выбросить. Но Тонченко где-то рядом был к золоту. Знаете, не попал. Плюс 6. В любом случае, за счет стартовых 80 секунд черкасские мапы обозначили вот эту вот разницу, которую сохранили дальше. Хороший был рывок. После этого Николаев настроил свою защиту. Тяжелее было дальше черкасам. Ну и, собственно, плюс 6 сохранилось. Таким образом, я думаю, что самое интересное все будет дальше. По Николаеву тяжеловат Николаев. Вот такое впечатление по первой 10-минутке. Физически сложнее николаевцам. И плюс очень большие бонусы для черкас – это хороший прессинг. Несколько потерь досадных было у Николаева именно после прессинга. А это возможность выиграть 1000 гривен у парня. По крайней мере, он единожды уже попал. Это означает, что один из призов от спонсоров черкасских мап он получит. А штуку гривен может забрать, если вот отсюда попадет. Ничего себе разбег. Не влетело, как говорится. Небольшой презент он получает вот одного из партнеров. Ну а если бы попал по следующую точку, забрал бы еще призов. Если бы попал в центру, забрал бы денежку. Черкасские мапы и Николаев поставили все сегодня в сезоне. От этой игры будет зависеть то, каким сезон, скорее всего, будет для одной или другой команды. Будут его вспоминать с негативом или же с позитивом. Вряд ли опять прессинговый результат. Посмотри, маленький Николаев тяжело выглядит. Так вот, перед стартом сезона называли черкасские мапы одним из претендентов на медали. Сейчас они остаются претендентами. Но вряд ли это на золотой комплект. По крайней мере, игра и то, как выглядят черкасские мапы, абсолютно не сеет их возле золота нынешнего сезона. Но побороться за медали они просто обязаны. А возможно, знаете, вот выиграют они сегодня, да, допустим, такой вариант рассмотрим, сбросят с себя груз ответственности, заиграют по-другому. Все возможно, вполне. Ну а Николаев в любом случае это пока главная сенсация
чемпионата. Никто на эту команду не ставил в начале сезона, а сейчас этот коллектив имеет неплохие шансы, чтобы побороться за медали турнира. Носков. Провал просто. Какой-то нелепейший фингерролл придумал тут Денис Носков, когда в ситуации благоприятной-то, в общем-то, для нападения. Холл. Александр Кобец на дуге, он только сейчас получает мяч, против него очень плотная защита. Снайпера не пускают. Носков. Носков будет атаковать сам, и, по-моему, Дениса Носкова нужно снимать. Два действия в минус для команды. Притом не вопрос в том, что не попал Денис Носков, а в том, что он просто безальтернативно играл в этой ситуации. Абсолютно не на благо команды. Можно выводить все-таки на более спокойный бросок своего партнера. Завадский тяжело сейчас будет Завадскому. Да, он расстается с мячом и вновь его грузит Ларри Холл. Там дабл-тим организовали против Стаса Завадского, и он не забивает. Тонченко. Тонченко через Соколюка. И вновь потеря мяча. Сизов выходит на кольцо. Сизов забивает. Четвертая или третья потеря после прессинга у Николаева. Конечно же, отмечаем акцент черкасских мав на это действие. И я вообще удивлялся, почему в Николаеве черкасы не прессинговали, в особенности во второй половине. Наверное, это ответ, который... Вопрос, который останется без ответа и для меня, и для всех. Понятное дело, что тренер был рядом, и у тренера другие аргументы были. Он знает больше, чем я, в общем-то. Но я был удивлен, потому что черкасские мавпы не прессинговали во второй игре серии. Сизов спасает этот мяч для своей команды. Ларри Холл. Жестко, жестко пошел Холл. Сизов не попадает, насколько поборолся, по-моему, именно... Именно от Дениса уходит мяч за пределы площадки. Я не буду сейчас разбирать этот эпизод. Скажу только, что действительно Тонченко не зря просто говорит. Вот сейчас Холл поймал сам себя на фоле. Это его второй. Выходит Клим Артамонов. Семякин высоко против Завадского. Станислав попытался попрессинговать на дуге. От передачи сейчас хорошо Семякина закрыли. Прекрасная защита у черкасских мав. И Тонченко ничего не оставалось, как сбрасывать в уголок. Мог бы лучше исполнить. Конечно же мог. Но... Черкасы в защите хорошо сыграли. От большого отрезали разыгрывающего. В общем-то, пик-н-ролл это одно из излюбленных, в общем-то, одна из излюбленных комбинаций и для черкасских, и для Николая. Наверное, тяжело найти команды в чемпионате, которые так зависят именно от взаимодействия маленького и большого. В этом матче черкасы по защите прекрасно это взаимодействие разбивают. Сизов, хорош Александр Сизов. Красавчик просто Сизов, все сделал сам, хладнокровно забил, и да, надо брать минуты. Плюс 13 это очень много, 50%. Разница в 50% набранных очков. Что сейчас происходит? Что-то не хоккейная какая-то замена у одной и другой команды. Очень много новых лиц, в особенности Николаева. Без тайм-аута обошлись. Тонченко. Владислав Тонченко. Передача по целика здорово. И борьбу сейчас Саша выиграл хорошо. Важные очки для Николаева. Для Николаева
очень нужно оставаться в игре. А для этого пахать в защите надо, ребята. Вновь свободный бросок Сизова. Ануфриев. Надо бить. Алексей Ануфриев не попадает в этой ситуации. Цоколюк выигрывает мяч на чужом. И сейчас выйдет на линию штрафной. Для Сизова все правильно. Ты остался против большого. Моментально фоли. Если ты увидел, что это Цоколюк, фоли в два раза быстрее. Посмотрим на статистику. В общем-то, у Александра не самый выдающийся процент реализации с линии. Кстати, я так и не разбирал статистику первой десятиминутки. Важный момент в том, что черкассы вынудили соперника совершить 6 потерь в первой десятиминутке, 3 из которых состоялось, наверное, там, за стартовые 2 минуты игрового времени. Плюс ко всему, черкассы выигрывают щит. По этих цифрах. И самое главное, наверное, вместе с количеством перехватов, это процент реализации издали. Черкасские Мауты, такое ощущение, что сегодня таки нашли свой бросок. Ну, такое, все это условно. Они, по крайней мере, хоть забили что-то. 2 из 7, да, я думаю, у них повыше все-таки будет процент. Визуально мне так показалось. Ну, в общем-то, хоть что-то забили. 28% практически тот же, который в очных противостояниях против Николаева. У них в среднем 27%. И Александр Сизов, один из лучших в составе черкасских Мавп на данный момент. Он немного забил, но он очень качественно отработал в поле. То есть сделал 3 перехвата, 4 подбора и 4 очка у Сизова. Есть парень, который забил больше, это Клим Артамонов. У Николаева по 5 очков в активе Александра Шастухи и Александра Цоколюка. У Цоколюка 3 потери, к сожалению. Это он даже двумя подборами перебьет в коэффициенте. Заряжен сегодня фан-сектор. В общем-то, я отмечу, что довольно много людей сегодня пришло поддержать команду. Важный день. В действительности, вот в первой игре серии не хватало, наверное, черкащанам той поддержки численной в первую очередь. Не очень много людей пришло, а сегодня процентов, ну сколько, давайте сейчас визуально брошу, ну процентов на 80, 75 может быть заполненный зал. Клим Артамонов без раздумий поднимается и бьет. Не попадает, и кому фол в этой ситуации. Ну, в любом случае, фол. Да, копцы фол. У Черкас это четвертое командное замечание. Антонец вновь появился на площадке в составе черкасских Мавп. Интересно, что Николаев играет в два центра, а черкащане, в общем-то, без номинального центрового. Шаламов и Носков. И неплохо Шаламова защитился сейчас против Цоколюка. Игра в два больших помогла в Николаеве. Хозяева площадки выиграли там подбор и довольно продуктивно выглядели в красках. Вот сегодня, насколько это нужная игра в два центровых, потому что и так очень тяжело николаевцы выглядят. Ну, у наставника гостей, в общем-то, выбор не такой широк, поэтому делает он ставку на двух бигменов. Носков. Правильно сделал Носков, что не проатаковал, а отдал эту передачу. Хоббитс не забил. Быстрое нападение может получиться у Николаева. Блокшот Дениса Носкова. И
И вот ответ, наверное, на мои реплики по поводу снятия носкового с игры. Максим Михельсон что-то знает. В общем-то, хорошо он сыграл в этом нападении. Все сделал для себя, потом, когда понял, что может быть заблокированный, отдал прекрасную скидку на периметр. Шикарную просто скидку, забивай просто. Ну, Копца подвел процент, и после этого в защите следующий поставил блокшот. Носков через Соколюка продолжает мой рассказ. 28 на 16, плюс 12 для черкасских молодцев. 4 минуты до окончания первой половины суперважного поединка четвертьфинала Суперлиги «Фаворит Спорт», в котором черкасские мавпы бьются против Николаева. Единственная пара, которая зашла в третий матч серии. Тонченко забивает! Почему не поменяли сейчас? Вот просто в защите поменяйтесь, и все будет хорошо. Это для защиты черкасских мавп. Носков, что он хотел сейчас сделать? Денис Носков, на каком он сейчас уровне игры? Хотел колотить через защитника. Если бы это он бы еще забил. Тонченко. Тонченко против Артамонова. Клим холодно против него защищается. Антонец против Дениса Иванова. Недолет, скажем так. Смотрим на статистику Иванова сегодня. Он бросил 0-3. Это не его цифры. Это один из самых попадучих игроков Суперлиги «Фаворит Спорт». Артамонов на Шаламова, а тут со средней дистанции. Ну, тоже у Черка, кстати, не летит. Вроде бы все хорошо они делают, но с процентом реализации есть проблемки. Подустали оба коллектива, в общем-то, в этой серии. Три сумасшедше важных и тяжелых матча за 5 дней. Ну, серьезных испытаний. Цикалюк! Да, не дадут ему так просто. Вот сейчас... Там потолкались, по-моему, Носков и Цикалюк. Выходит сейчас Завадский и выходит Давидюк. Свою феерию Денису Носкову не удалось закрыть на мажорной ноте. Вот если бы он забил сверху тогда... А это, кстати, ребята из Николаева. Они приехали поддержать свою команду. При том, по, не знаю, поездом или автобусом ехали. Если автобусом или автомобилем, это вообще подвиг. Потому что сумасшедшее бездорожье вот, в направлении между этими двумя городами. И для Николаева и черкасских мал, в общем-то, испытания еще и дорогой серьезные. Ехать то тут не так уж и много. Много более 400 километров, а команды в автобусе проводят по 8-9 часов. Представьте себе, с ума просто можно сойти. И их там просто трусят, они не едут, их просто трусят. Так вот, все это вместе с нагрузками выливается в очень такой приличный головняк. Вроде бы черкасские мавпы контролируют вот встречи, да, для размышлений, на посмотреть на ситуацию. Но вы знаете, разница, ну, сущий пустяк. 9 очков всего-навсего, это так, два быстрых отрыва и шальная трёха. И вот все начиная сначала. Черкасам не удается забить свое. Вот что... бросается в глаза, они все для этого делают, да, они прессингуют, они хорошо играют в защите, они здорово эпизодами, здорово разыгрывают комбинации, но не забивают свободные броски. Цикалюк на линии. Еще раз посмотрим на это.
Цикалюк не забивает, но это помогает Николаеву. В очередной раз я обозначу эту историю. Если Николаев не забивает второй, то черкасским мафам очень тяжело подобрать мяч. Вы можете пересмотреть все игры с участием этих команд, и в основном вы уверитесь, что так оно и есть. Один из двух у Цикалюка. В общем-то, в двух подходах. Соответственно, два очка для своей команды он взял. Хоббит. Хоббит отдает на Завадского. Стас Завадский не забивает в этой ситуации. А был обязан. И вот она, то, о чем я говорил. Шальная треха. Ануфриев забивает трехочковый и возвращает интригу в этот матч. 28-24 за 2 минуты до завершения первой половины матча. Черкасские мавпы засушили. Засушил Николаев. Черкащане очень долго не могут сняться с вот этой вот отметки в 28 набранных очков. Цикалюк. Нет, не забил. Артамонов самостоятельно решил исход этого нападения и тоже не забивает. Тонченко. И Тонченко мажет. Смотрим последнее касание. Ну да, понятное дело, что мимо Артамонова мяч уходит за пределы площадки. Разве что хотел к нему видеть фол. Тонченко заигрывает в трехсекундной зоне Чемякина, и тот забивает. Ну и вот она, практически то, что я говорил с вами, да? Два быстрых отрыва, ну, один из них перешел в позиционку, и шальная треха. И вот она, разница всего-навсего 2 очка. Кобец. Сумасшедший, необоснованно бросок просто совершает Александр Кобец. И черкасские мавпы садятся в защиту. В нападении у них абсолютно ничего не выходит против зоны. Теряет Шестуха мяч. Это усталость все-таки. Я говорил в первых секундах нашей трансляции, что вряд ли сегодня мы с вами увидим сумасшедший быстрый баскетбол, эмоциональный. Вроде бы черкасам удалось перечеркнуть эту мою мысль в старте игры, но после этого подсели обе команды. Черкасские мавпы не могут разобрать защиту соперника. Ну а Николаев нашел где-то свою игру, остановил быстрый баскетбол соперника. Если бы еще наладить ситуацию с потерями, мяч просто валится из рук. Ну, в общем, было бы неплохо, наверное. 43 секунды остается у нас до окончания первой половины. Явно, что все будет решаться во второй. Еще раз напомню, что сегодня мы с вами узнаем имя четвертого полуфиналиста Суперлиги «Фаворит Спорт». В данный момент «Динамо» и «Кривбас» ждут уже свои прочные дуэли. Начнется она в Кривом Рогу 14 апреля, после этого 15-го сыграет там же. Ну а «Химик» ждет своего соперника по полуфиналу. С ним будет команда, которая выиграет сегодня «Черкас». Скажу, что полуфинальная серия будет немного пошире, до 3 побед. Четвертьфинальная до 2. Сизов.
Хорошая передача на Давидюка, и тот обязан был обострять. Не забьет, так получит по рукам. Сейчас он выйдет на линию штрафных. Ну и вот без Александра Сизова-то, в общем-то, не все получается в нападении. Опытный игрок помогает черкасам, в первую очередь вот, в проходе. Агрессивный он еще в этом компоненте. И, наконец-то, Давидюк снимает черкасскую малку с отметки 28 очков. Я не знаю, сколько они там промариновались на ней. Несколько минут, так это уж точно игрового времени. Чекалюк. Хорошо за получение защищаются черкасские мафы. Тонченко уходит от Котца, но не забивает. Сизов. 8 секунд остается у черкасских мафов. Я не пойму, зачем поспешное нападение. Можно было успокоиться и полностью потратить все время, не дав сопернику возможности проатаковать в ответку. А так, после этих штрафных от Александра Сизова, судя по всему, увидим еще одно нападение от Николая. Макс Мирошниченко на ваших экранах. На последнюю защиту пускает его Максим Миклисон. Также, как и Евгения Балабана. Тонченко вновь разгоняет атаку своей команды. Перехват Клима Артамонова. Одна секунда остается. Нужно бросать Климу Артамонову. Нет, не считайте, по-моему, правильно. Клим Артамонов. Став на дужке и бросай. Вот что надо было делать Климу Артамонову. Но понадеялся на свои быстрые ноги. В любом случае, всего-навсего 57 очков на двоих собрали команды в мега важной первой половине. И все самое интересное явно ждет нас в третьем и четвертом периоде. А может быть, и в овертайме. Посмотрим, как оно будет. Отдохнем 15 минут и возвратимся назад вот сюда, в Черкасский дворец спорта «Строитель».
Дамы и господа, мы с вами возвращаемся на площадку в Черкассах. Черкасский дворец спорта строителей, именно он эпицентр хороших баталий Суперлиги Фаворит Спорт. Последняя пара, которая еще не определила участника полуфинала чемпионата Украины, это Черкасский Мавпа и Николаев. И сегодня тоже еще абсолютно ничего не понятно. 31-26 такой разницей. Черкащане обыграли Николаев в первой половине встречи. Прекрасные стартовые две минуты выдала команда Максима Михельсона. Но после этого черкасы... А в общем-то, после этого Николаев нашел свою игру. Спокойная позиционка и плюс ко всему хорошая защита. Именно за счет хорошей защиты Николаев сумел остановить... Черкасский Мавпа в нападении. Очень долго команда Максима Михельсона не забивала с игры. И как результат, разница не такая уж и большая. Плюс 12 была максимальная разница в сегодняшней встрече. На данный момент плюс 5 для Черкасского Мавпа. Самые продуктивные люди в первой половине. Клим Артамонов, 7 очков и 3 передачи. У Александра Сизова 5 очков, 3 перехвата, 4 подбора, 2 ассиста. Николаев 7 очков у Александра Цикалюка, плюс 4 подбора. Стартовые пятерки. Я так понимаю, фактически те же пятерки, которые выходили в старте на эту игру. У Черкаса есть одно изменение. Носков играет в этой пятерке вместо... Что там? А, Балабанов ходил в старте, да. Так вот, Носков, Завадский, Сизов, Артамонов, Антонец. Цикалюк, пробежка. У Николаева Цикалюк, Тонченко, Ануфриев, Шестуха, Иванов. Николаеву удалось воспользоваться своей опцией, выставив двух больших. Цикалюк и Чемякин собрали приличное количество подборов. Сейчас будет за врыванием Носкова следить. Не разобрались. Шестуха и Тонченко так просто посмотрели друг на друга, в то время как Денис без проблем забивал. Так вот, за счет двух центровых Николаев стабилизировал подбор и, более того, выиграл в борьбу на щитах 28-22 в этом компоненте. После первой половины встречи Ануфриев забивает треху 33-29. С процентом реализации дальних у Черкас все та же беда, как и по всей серии. Они забили всего-навсего 2 из 11, а еще в чемпионате это была одна из... самых забивающих команд издали. Плей-офф катастрофа у черкащан в этом компоненте. Чего не скажешь у Николаева, который забивает очередную свою треху. Шестуха в этот раз. Он делает счет 33-32. И вот уж Николаев очень близки к тому, чтобы впервые в этой встрече выйти вперед. Для этого им нужно защититься и забить. Завадский. Цикалюк продавливает, подстраховка там от Ануфриева помогла, именно от Алексея, да, действительно, мяч уходит за пределы площадки. Заведен Денис Носков. Он за лицевой выходит мяч в игру. Артамонов против Иванова, да, у него есть преимущество в ногах, даже через проход забивает. Клим Артамонов очень тяжелое нападение от Артамонова и важные очки для Черкасского. Тонченко. Шестуха. Чуть не ошибается Шестуха. Да, еще одна проблемка у Николаева, которая была заметна в первой половине, это большое количество потерь после прессинга соперника. В общем-то, 12 потерь совершил Николаев, 4 черкасские Мавпы. Это статистика первой половины. И львиная доля этих потерь была именно после прессинга у черкасских Мавп. Артамонов. Зачем эта передача? Он уже все сделал, надо забивать. Завадский у него не летит, не идет сегодня. От ноги Цикалюка мяч уходит за пределы площадки. Ай-яй-яй, как больно.
называется, Калюк подвернул голеностоп, пытаясь убрать ногу от мяча, и мы сейчас увидим замену большого. Александр Цоколюк уходит на лавочку. Чермякин на площадке. Сизов. Что это, нарушение зоны, да? Не зря он так нырял за этим мячом. Ошибается Александр Сизов. Парень, который в этой серии, наверное, меньше всех ошибался. Да, у него было многовато потерь во втором матче. Ну, в общем, если взять в сумме всю команду Черкасский Мавпы, то наверняка у Сизова гораздо меньше брака, нежели у других исполнителей Черкасских Мавп. Я надеюсь, что Цоколюк все-таки продолжит игру. Перехват. Отрабатывает за свою потерю Александр Сизов. И Тонченко правильно делает, что фолит. Вопрос только, какой это фол. А, первое всего-навсего. У Тонченко это первое персональное замечание. Фол-трабл далековато. Завадский поднялся, чтобы поставить заслон Артамонов. Побоялся зону. Архидальний бросок издали от Александра Сизова. И вы видите, чем это все заканчивается. Ухудшением статистических показателей черкасских Мавп в этом компоненте. Знаете, кто-то думал, что Черкасы прорвет все-таки в проценте реализации дальних. Ну нет. Сегодня у них все очень плохо. Как и, собственно говоря, в предыдущих матчах против Николаева. А николаевцы феерят в третьей десятиминутке именно на дуге. Очередная треха и счет равный после стартового отрезка, после стартового свистка. Мы не видели равного счета. Сейчас вот такого, 35-35, в решающем матче четвертьфинала. Матч, в котором победитель заберет все, а проигравший останется ни с чем. Артамонов сразу же бросает, и корзина просто выплевывает его бросок. Катастрофа. Ну, может быть, нужно пробовать что-то другое. Ануфриев. Чемякин получает мяч. Чемякин наступает на линию. Это было очевидно. И черкасам нужно было спровоцировать только это. Зря наверняка Ануфриев заиграл во второй раз Чемякина. Можно было попробовать шире эту атаку. Носков. Носков против Цоколюка. У него есть преимущество, но хорош Александр Цоколюк. Не дает ему воздуху. Все-таки поймал на показе Носков Цоколюка. Но отметим, как здорово ногами в защите отработал Цоколюк. Он не дал возможности сопернику себя обыграть на первом шаге и так далее. Цоколюк отработал здорово. Но вот уже потом в лоу-посте Носков переиграл. Черкасские Мавпы не дают, по крайней мере, вот сейчас Николаеву выйти вперед. Да, они забили свою важную атаку. И еще 37-35. Вот она, треха Ануфриева. В третьем периоде, к сожалению, у меня подвис лайв, я не могу сказать, сколько точно бросили ребята в синем, но очень много не попали, это уж точно. Там или 3 с 3, или 3 с 4. Визуально так, они забили из-за дуги. Дают возможность атаковать сопернику черкасские Мавпы, и Николаев этим пользуется. Именно за счет трехочковых они сравняли счет, именно за счет этого они сделали цифры на табло 35-35.
Окей, я сейчас могу сравнить цифры. Да, 3 из 4 Николаев забил издали в этой 10-минутке. Шикарный показатель. В общем, у Николаева сегодня 6 из 16. 37% реализации издали. У Черкас провал 2 из 13. Иванов. Его 2 очка. 37 на 37. 15 минут. Супер битвы. Четвертьфинал еще сегодня предстоит как минимум отбегать командам. Вновь единоборство на Скол Цикалюк. И в этот раз Цикалюк выигрывает эту дуэль. Артамонов. Очередная попытка издали. Забивает наконец-то Клим Артамонов. 40 на 37. Важное попадание при равном счете. Клим Артамонов против Тонченко. Устал. Устал Артамонов. Интересно, если бы сейчас попал Тонченко. Как по мне, нужно было бы считать. Но в любом случае, он не попал, выйдет на линию штрафных. Более того, он уже там. Много игрового времени проводит Влад Тонченко сегодня на площадке. Фактически без замен, но вот те отрезки, когда играет, когда играл Андрей Кожемякин, тяжеловато будет для Николаева нападение. Всего-навсего 3.20 Кожемякин отбегал, но он сегодня не его матч. Потому что посему Тонченко, наверное, придется крутиться по полу. Кобец. Кобец теряет мяч. Теряет мяч Александр Кобец. Иванов наказывает. Да, Денис Иванов наказывает Александра Кобца и делает счет 40 на 42. Фантастика. Николаев за 4.30 до окончания третьей 10-минутки впервые в этой встрече выходит вперед. Клим Артамонов берет на себя. Носков своей излюбленной дистанции бьет издали и не попадает. Мяч будет Николаевский. Мяч будет Николаевский. И Николаев делает заявку на успех. Да, понятное дело, что Черкасы еще ничего не проиграли. Но ментально Николаев отыгрался. Николаев устоял. Николаев отбился. Было минус 12 во втором периоде. Мяч останется у черкасских мал. Прессинг в этот раз сработал. Артамонов. Носков вновь против Цикалюка в этот раз забивает. 2-1 в третьем периоде. Цикалюк, точнее Носков против Цикалюка. Вот в этой дуэли 2-1 в третьей 10 минут. То ли еще будет. 42 на 42. Иванов. Тонченко. Ануфриева заигрывает фактически в трехсекундной зоне. И маленький фолит. Правильно, наверное, принял решение здесь Клим Артамонов. Во-первых, он подустал очень прилично. В третьем периоде без замен, с прессингом отбегал Артамонов. Ну и защититься было бы тяжело против значительно габаритнее Ануфриева. Да, там была еще подстраховка, но фол был явно правильный. Тонченко. Тонченко ловит на кроссовере Ларихова. Оставляют Завадского против Цикалюка. И Цикалюк выходит победителем под сирену. Он бьет. 24 секунды ушло. Но Цикалюк под аккомпанементы сирены забивает. 44 на 42. В пользу гостей, понятное дело. Кобец. Кобец. 10 секунд. 10 секунд на атаку у Черкас. Александр Кобец залазит под Ануфриева. Сумасшедший тяжелый мяч забивает Александр Кобец. И он сравнивает счет в сегодняшнем триллере. Ух, игрушка у нас сегодня нарисовалась. Честно говоря, все ожидали этого. Все ожидали этой
баталии. Все ожидали этой битвы. Посмотрите, как борется команда. Очередная потеря Николаева. И тут я назову очередной перехват черкасских мат. Наверное, так правильно. Посвежее выглядит команда Максима Михельсона все же. Но пока этим воспользоваться не может, банально. И вот понимает это Кирлан, он снимает Тонченко и выпускает молодого Хохонника. Банально для того, чтобы подышал Тонченко. Кожемякин на лавочке. Да, с ним вроде бы все нормально. Выходит Хохонник, нарушение зоны. Ларри Холл проваливается. Как пахали сейчас в защите черкасский Малп, и Ларри Холл просто отдает мяч сопернику. Восьмилетний Иванов бьет с дистанции. В этот раз он не попадает. Холл пытается исправиться и сует передачу все-таки. Давидюк выходит на площадку, снимает он Москова. А Кобец тем временем покажет свой процент реализации издали. В общем-то, по сезону у Александра Кобца в среднем 14,5 набранных очков. Но плей-офф Кобцу явно не дается. Во втором матче он был, кстати, самым результативным, 16 баллов. В первой игре, по-моему, взял всего на все 2 очка. И сегодня тоже не самый, скажем так, его матч. Да, он забил несколько, как минимум, сложную атаку, но больше он запорол. Это все за 12 минут до окончания матча. Это не в общем анализ игры Александра Кобца, потому что у него есть возможность еще все изменить. Холл против Хохонника. Хорошая защита Хохонника. Ногой, по-моему, да, сыграл защитник в этой ситуации. Закрыл передачу. Обострять нужно Сизову, потому как 4 командных замечания Николаева. Сизов решил не брать на себя инициативу. Давидюк. 2 секунды, Сизов атакует, очень тяжелый бросок, недолет от Александра Сизова, и тайминг выбежал. Хорошая защита от Николаева. 24 секунды защитился МБК Николаев. Если я не ошибаюсь, это первая чистая защита Николаева в этом матче. Вот ему, чтобы выбежали все секунды на атаку соперника. И при том хорошая защита, очень здорово, так плотненько. Тонченко. Хохонник тяжело, но выловил мяч. Тонченко нужно бросать. Тонченко бросает и забивает. С ума сойти. Тонченко забивает свою трёху. Делает счет 47-45. За минуту 10 до окончания третьего периода. Холл. Потеря. Очередная потеря Ларри Холла, который плавит свою команду в третьем периоде. Одиннадцать минут играть в сегодняшнем матче. В триллере под названием «Четвертьфинал Суперлиги Фаворит Спорт». Сегодня значительно качественный баскетбол. В первую очередь черкасских Малп. Николаев на своем держит свою планку. Я сравниваю с предыдущей игрой. И разбирается Цикалюк. Плюс 4 в сегодняшней игре для Николаева еще не было. Вот они, плюс 4. За 30 секунд до окончания третьего периода. Ларри Холл идет под маленького. И там мельница от Цикалюка пролетела над броском Холла. Но все-таки мяч ушел туда, куда нужно. У Черкас была опция одного фола. Сейчас 4 командных замечания. И 18 секунд у Николаева.
для того, чтобы организовать нападение. Индивидуальная защита Каских Мав. Коконик остается против Ларри Холла. Ануфрин, судя по всему, Цикалюка, да, заигрывают. И Сизо был очень близок к тому, чтобы закрыть. Да нет, не близок, все-таки это фол для того, чтобы не дать возможности сопернику набрать легкие очки. И Цикалюк на линии штрафных. Сегодня у него 50% реализации с этой позиции. Николаев, кстати-то, выигрывает этот период со счетом 23 на 16. 2 секунды и 7 десятых. Ого, какой бросок у Орехова. Можно было через передачу, но решил не горячиться. Холл. Таким образом, плюс 3 для николаевцев за ровно период до окончания основного времени. Давайте поговорим о статистике и о возможных вариантах. В этом сезоне Черкасский Мав и Николаев в официальных встречах играли уже 6 раз. В регулярке эти команды обменялись победами, представьте себе, на чужих площадках. То есть Николаев дважды выигрывал вот здесь, вот в Черкасском дворце спорта, в регулярке, и дважды проигрывал себя дома. Плей-офф, ситуация 1-1. Там история другая. Нам домашние площадки давали возможность командам победить. Ну и сегодня, в общем-то, как и во всей серии, 50 на 50. Да, у Николаева плюс 3. Может быть, такое... 51 на 49, ну, в общем-то, 50 на 50. Но так, все сейчас зависит, судя по всему, от защиты. Очень здорово защитился Николаев в двух предыдущих периодах. Гости дали возможность набрать Черкасским Мавам только 28 очков. Прекрасная защита. И у хозяев все так же не летит издали. Да, они очень бросают много свободных бросков. Они выводят под бросок снайперов, но те не попадают. Три из 17 издали у Черкас и 8 из 19 у Николаева издали. Прекрасный процент реализации дальних. Это наверняка ключевые цифры. Да, Николаев еще и выигрывает подбор, но все-таки процент реализации дальних, я думаю, тут главный момент. Николаев совершил 18 потерь за 3 периода. И они впереди. Черкасы совершили ровно в 2 раза меньше. Чемякин высоко получает мяч, и вот ожидаемая потеря для меня. Ларри Холл грузит копцы тяжело. Тяжело здесь вот Александру было в этой ситуации. Сизов не забивает из-за дуги. Интересно, что Кузнецов оставил Холла на площадке. Я ожидал, что в старте этого периода выйдет все-таки Артамонов. Шестуха, тяжелый бросок Шестухи, ходит трудовой подбор. Подбор в борьбе. Подбор тяжелый, очень важный. А часики-то тикают, 9 минут остается. Холл поднимается и бросает, и забивает Ларри Холл. Вот, может быть, поэтому его оставили на площадке. Но если да, то интуиция у Максима Михельсона еще та. 50 на 50. Какие там процентом соотношение шансов? Именно столько мы с вами просчитывали, и такой же счет. Хохоник. Заигрывается Калюка. Холл вроде бы выиграл этот мяч. Да, Завадский фалил. Да, Завадский фалил. Смена разыгрывающего у Николаева.
Тонченко выходит. У Тонченко сумасшедший процент реализации издали. Вот в очной дуэли против черкасских мал. Так у него по сезону 18, представьте себе. Успел или нет? Да, успел. Да, успел Чемякин. 52 на 50. Сегодня Тонченко 50% реализации издали. 3 из 6. Но скол! Цикалюк роняет. Роняет Носкова. И какие эмоции у Цикалюка. Ух, у нас сегодня разборки. Один в один. Носков, Цикалюк. Всю вторую половину ребята стараются. В общем-то, Цикалюк в этой ситуации защищается. Цикалюк не дает возможности иногда набрать легкие очки, вот как в этой ситуации. Я вспоминаю эту дуэль. Ну, 3-1, да, получается, в пользу Москвы. Это, я думаю, что за Денисом. Тут еще забить надо с линии. Один из двух забивает Денис Носков. Шестуха. Суперважная минута четвертьфинала в Суперлиге Favorite Sport. Сизов, какие же трудовые два очка. Как сейчас наступил на ноги Александр Сизов. Обокрасть то одно, а вот так вот ускориться. Третий матчик ряду. И очередная потеря сейчас Николаева. Да, умышленный фол. Вот это эмоции. Покажите Носкова. Не показали Носкова. За счет двух спровоцированных черкасскими мафами потерь. Сейчас черкасы могут перевернуть историю четвертого периода. Очередной перехват, и Ларри Холл сейчас на линии, плюс ко всему после двух штрафных владений останется у черкасских мав. Один из двух забивает Ларри Холл. Эмоции доходят до своего апогея. Третий решающий матч четвертьфинала в разборке черкасских мав Николаев. Плюс 2 для хозяев площадки. А бегает-то еще 7.36. Ларри Холл поднимается. Ларри Холл бьет, и Ларри Холл не попадает. Быстрый отрыв не получится, потому что сразу же американец фолит против Тонченко. Третье замечание для Холла после провального отрезка в третьей десятиминутке. Ларри Холл нашел себя на площадке. Шестуха. У черкас есть преимущество физики, наверное. У Николаева есть преимущество в опыте. Посмотрим, что будет важнее в четвертом периоде. Шестуха, какой тяжелый регбийный проход, не получается у Шестухи, да, Тонченко будет останавливать. Правильно делает. Второе персональное замечание у Тонченко. И в атаке черкасские мавки. Очень хозяева хотят сделать ключевой рывок в этом матче. Николаев не дает просто-напросто это сделать. Холл уходит под Тонченко, он забивает. Вытягивает тяжелый мяч, делает разницу в счете плюс 4. Зал черкасов на ушах. 56 на 52. Железо закипает, и железный Иванов поднимается в воздух и забивает свою треху. 56 на 55, с ума сойти. Плюс одно всего-навсего.
как скрупулезно черкасские мавки собирали эту разницу. А парень встал, поднялся, вышел на свободный бросок и забил. Что там происходит? Пробежка, конечно же. Александр Кобец допускает досаднейшую потерю. И помните, что мы говорили немного ранее? Физика против опыта. Вот черкасы выкатали эту разницу плюс 4. А опыт ее вот таким образом взял и отыграл. Ануфриев классно заигрывает 3 секунды в зоне Цокалюка. Цокалюк должен забивать. Завадский смахивает этот мяч. Проход идет Тонченко. Скидка на Иванова. Что он будет бросать? Он будет бросать через... Нет, не бросает за счет заслона. Прекрасная двоечка. Но Ларюхов что делает? Он что, поставил блокшот Цокалюку? Носков, он будет бить издали. Он только не будет забивать. Артамонов, который незаметно для меня появился на площадке, он поменял. Это, кстати, Копцев, двух маленьких, двух разыгрывающих играет Михельсон, понимая, что идет игра у Холла. Он будет играть в позиции второго номера. Блокшот сзади. От Шостухи очень тяжело это без фола сделать, но у Саши это получилось. Медиа-тайм-аут, друзья, в четвертом периоде команды, а точнее тренеры, не брали минуту. За них это сделали наставники. Понятное дело, что у них будет для этого повод и поважнее, наверное, вклад матча. Вот он, трехочковый от Ларихова, который разморозил 30% реализации дальних. Да, он по-прежнему ужасен. Но трех это хоть прилетело. А это Кобец, Сизов, да, после перехвата. Помните, два кряда перехвата, которые, в общем-то, и поменяли лидера в этой встрече. Ну, лидерство это все так условно в сегодняшнем матче. Все у нас всего плюс одно очко. То есть черкасских мав 56 на 55. И мы смотрим с вами хороший баскетбол сегодня. В действительности сегодня хороший баскетбол. А, скажу, что генеральным спонсором чемпионата Украины является компания Favorite Sport. Официальный мяч турнира Wilson. Партнер Федерации баскетбола, компания «Авангард». Хорошая такая теплая перекличка в секторе Николаева. Качание поддерживают «Чайки». Все дружно у нас. Несмотря на эмоции на площадке, Артамонов бросает. Он успел выбросить этот мяч, сейчас Сизов смог выиграть подбор. Очень тяжело было спасти, собственно говоря, владение для черкас в этой ситуации. Носкову удалось все-таки расшатать Амуфриеву, удалось выйти на более-менее свой бросок, и он забил. Плюс 3 за 5 минут ровно. До окончания четвертого периода. Ануфриев! Нет, он не забивает. Шаламов сориентировался в ситуации. Надо прощаться с мячом. Он отдает маленькому. Ларихов. Ларихов бьет издали. Да, это недолет. Но там есть Шаламов и против него поля. Андрей Шаламов целенаправленно шел на этот фол и наверняка правильно делал. Он понимал, что через 6 рук забить ему будет очень и очень сложно. У Николаева это 4-й, соответственно, каждый последующий фол будет пробивным. Скрупулезно, так, знаете, Андрей Шаламов готовится штрафным. Он понимает, насколько важно каждое очко в сегодняшнем матче. И все
все-таки 50% реализации у него в этом подходе. Тонченко. Шестуха поймал Артамонова, но тому удалось без фола в этой ситуации защититься. Мы видим эпизод. Сизов, один из лучших в составе черкасских малп в этой четвертьфинальной дуэли. Прекрасная передача на Шалану, и Андрей делает два соло! Хорошо доработал эпизод, но какой же красавец Александр Сизов. Он там не моргнул глазом. Такая скрытая передача, и именно за счет этого ассиста все было сделано для Шаламова. 61 на 55. Кирлан берет минуту. Да, я его понимаю. Надо находить слова, надо... Что там дальше? Вытаптывать периметр, судя по всему. На дуге надо забивать. Просто надо забивать, в общем. Черкасы сумели закрыться неплохо. И вот этот прессинг плюс быстрое нападение, относительно быстрое. У них и позиционки-то быстрые. Все это дает хороший результат. Группа поддержки черкасских малп Golden Ladies. Чуть ли не единственный момент, честно говоря, в сезоне, когда хочется больше смотреть не на них, а на баскетбол. Сегодня действительно крутая рубка в черкасах. И матч вот с этим титром, титром триллера, он поддерживается. В общем-то, в этой серии мы видели три абсолютно разных матча. И сегодняшний, наверное, такой самый веселый. Так мы его назовем. К сожалению, для Николаева физики бы немножечко потевше выглядит команда. Это единственный минус. Много потерь у николаевцев. 23 потери. Очень много. У черкас 10. Шаламов вновь на линии, и Шаламов вновь мажет. Тонченко против него плотно защищается, и вновь Тонченко. Вот атаки издали Влада держит. И потери Николаева. И потеря Николаева, очередная хорошая защита от хозяев площадки. Цепелюк теряет мяч. Два больших Кирлан оставляет. Синякин сейчас выйдет. Меняет Иванова. Что там, Носков должен выводить мяч? Исторический вопрос. Артамонов вновь Носков, вновь он атакует. Не в так, скажем так, атака Носкова и, в общем-то, на руку для Николаева. Шестуха на Тонченко тут не бросает, а очень зря. У него сегодня хорошо летит. Заигрывает Чемякина. Цыкалюк высоко, вновь в трехсекундную зону и фалят. Валят черкасские мапы в данной ситуации Андрей Шаламов. О лидерах сказать вам или нет? Ну, если интересно, 13 у Носкова, 12 у Артамонова. Широкая статистика, 7 очков, 5 перехватов, 5 подборов, 3 потери. У Николаевцев было стоит отметить. Иванов 12, Цикалюк 12, Тонченко 11, у Тонченко 9 передач, 5 потерь. Холл. Холл пойдет против Большого. Конечно же, расшатал он Чемякина, но не забил.
Антонченко хорошо разбросали сейчас, ну, защита Турченко сейчас подспела. Дальнего броска не получилось. А Николаю недалеко, всего-навсего 4 очка. И вот этот парень выходит на площадку, он одной атакой фактически все может отыграть. Мега опытный Иванов в игре. Чернягин отдает мяч Иванову, ставит хороший заслон, но Иванов уже сделал шаг вперед, и что? Считает 2, да еще Иванов выйдет на линию. Вот такие-то вот дела. Я думаю, что Денис пожалел, что он сделал шаг, бросил двушку, но тут нашелся фол. И, соответственно, в одном нападении Иванов может принести своей команде 3 очка. И все заново. Вновь повторю. Физика против опыта. В четвертом периоде все именно так. Выкатывают черкасы на силе, на морально, на физических своих качествах, на хорошей защите, выкатывают свою разницу. Выходит парень, бам, иди сюда, разницы нету. Физов залез под блок и просто повезло сейчас. Просто повезло, что Шаламов доработал за него этот эпизод. Иванов. Блокаут пытался сделать Денис Иванов, вот в голову угодил Артамонову. Наскол, снова против Цикалюка, наскол, позиции лоу-пост, тяжело. Но остановился, ты взял мяч в две руки. Ну какие варианты против Цикалюка? Да, на скорости ты имеешь преимущество. Но отдай мяч ты дальше. Цикалюк, нужно что-то делать. Иванов поднимается в воздух. Иванов бросает. Иванов забивает свою треху. 63 на 62. Черкасские мавпы против Иванова. С ума сойти. 100 секунд бегать. В основное время сегодняшнего матча Клим Артамонов заигрывает Шаламова. Тяжело ему было это сделать. Подспела защита от Ануфриева. Шаламов продавливает Ануфриева. И фол дают арбитры в нападении. Фух. В этом вот нападении, последующем, Николая может уже выйти вперед. Четвертьфинал Суперлиги «Фаворит Спорт». Игра за все. Игра за жизнь и игра за то, чтобы продлить свой сезон еще на сколько там? Ну, на несколько недель. Потому как, если ты выходишь в полуфинал, ты еще играешь в полуфинальной серии, а после этого ты играешь за медали. Еще одну серию. Вот то, что на кону. И медали, и сезон, и все. Тонченко уходит от Клима Артамонова. Тонченко, да, только через Иванова будет играть сейчас. И да, Иванов будет забивать и выводит он Николая вперед. 64 на 63. Железный Денис Иванов. Тайм-аут берет Максим Михельсон для того, чтобы разобрать защиту. Наверняка против Иванова. И вот здесь этот момент, когда Ануфриев все сделал. Но повезло, что Шаламов выловил этот мяч. На 63 в пользу Николаева. Но после этого тайм-аута владение будет у черкасских мал. Какие же эмоции? С ума сойти. Как бы эта серия не завершилась, она действительно должна была быть. Она подарила хорошие эмоции. Да, часто и эпизодами команды показывали не свой лучший баскетбол, но в общем-то серия удалась. Сегодняшний матч удался на 200%.
как бы он ни закончился. Еще раз повторюсь. Черкасы выходят, ну я так понимаю, своей лучшей пятеркой в сегодняшнем матче. Николаев с двумя центрами. И, конечно же, Денисом Ивановым. Сизов. Пол Тонченко, да, я так понимаю. И... выйдет на линию штрафных Александр Сизов. Сегодня, кстати, у Сизова не все летит с этой отметки. Сизов забил один из двух. Сизов провалил свой дальний процент. Он бросил 0,5. Сизов полезен, в общем, по статистике. Да, там и подбирает, и отдает, и забивает. Но свой процент он сегодня проваливает издали. Посмотрите, как ребята болеют за своих. Плюс одно у Черкас. Иванов. Иванов против Ларихола. Иванов против Ларихола. Иванов создает себе ситуацию, но не забивает. И подбор остается за черкасским мавом. Иванов хорошо защитился, но... Иванов бросок хорошо вышел на позицию тоже. Бросок с отклонением, правда, смазал. Мафы, мафы, вы слышите, в черкасском дворце спорта «Строитель» чуть ли не решающая атака этой серии может получиться. Ларри Холл залез по двоих, скидка на Клима Артамонова. Тут будет готовить свой проход Завадский со средней дистанции. Не забивает. Вот сирену не забивает Завадский. И он успевает накрыть Иванова. 24 секунды. Иванов остается против Завадского. Иванов выдумывает передачу. Какая борьба. Борьба в партере. Цикалюк. Не проходит эта передача. Клим Артамонов забирает мяч. Спокойно должен сыграть Ларихол. Он подставляется. А ключевым может получиться не нападение, а защита. Защита Стаса Завадского против Иванова. Он не дал ему убежать просто. Вот они эмоции. 65 на 64. Триллер. Сумасшедшая развязка четвертьфинальной серии. А ведь для этих команд, возможно, это финал чемпионата. Игра чуть ли не за золото, скажем так. По крайней мере, на данном этапе. 65 на 64. И Ларри Холл пробьет... одни из... да что там одни? Самые важные свои штрафные формы черкасских мав. Интересно, он специально не попадал? Но если да, то... это ужасно. Борьба в партере. Борьба в партере, которую, кажется, выиграют черкасские мавпы. Нарушение зоны. Вот именно поэтому они ее выигрывают. И зал на ушах. Зал на ушах. Максим Михельсон имеет еще один тайм-аут. И он его берет, я так понимаю. Зал просто на ушах. Черкасы вновь защитились чисто. Вновь на ногах. Вновь на прессинге. И в этом моменте молодость и азарт обыгрывают опыт. То, что мы с вами говорили. Две секунды остается. Да, сейчас Николаеву нужно хорошо сыграть за получением против черкасских мав, против черкас. Расписать все. Ну, а хозяевам площадки нужно вести мяч просто. Там будет пол дальше, я уверен. Но черкасам не нужно совершить потерю, а Николаеву нужно сделать так, чтобы эта потеря состоялась. Четвертьфинал Суперлиги «Фаворит Спорт». Самый сумасшедший плей-офф этого сезона. И, в общем-то, самый сумасшедший матч. Наверняка. Потому как на кону, еще раз повторюсь, для Николаева и черкасских мав точно стоит все. Все на черное. Сумасшедшая игра и... мы в ожидании развязки.
практически 2 часа баскетбола подарили черкасским Алфы Николаев. Вот он, железный человек, который оставил Николая в игре-то в общем-то. Я говорю о Денисе Иванове. Но две потери, а точнее две хорошие защиты. Да, правильно говорить о потерях. Но я отмечу, что черкасы здорово на ногах висели до конца. В этом матче они хороши в моменте. Николай совершил много, много потерь, чтобы выиграть этот матч. Но Дева отрапляется. Уходит Клим Артамонов от этого фола. Он не забивает, но ведь это не имеет абсолютно никакого значения. Он сейчас выйдет на линию штрафных. Интересно, сколько арбитры откотят. И где был фол? Нет, тайминг ушел, и арбитры дают просто пробить штрафные, я так понимаю, Климу Артамонову для того, чтобы установить окончательно юридический счет. Но счет в серии, четвертьфинала, 2-1. Черкасские мапы выстрадали победу в этой серии. Сделал паузу не зря, потому что арбитры просто с площадки не уходят, но в любом случае стоит поздравить черкасские мапы с победой в этой серии, поздравить команды с сумасшедшим попросту баскетболом. 68-64. Таков итоговый счет третьего матча плей-офф. Но я отмечу Николая. Ребята сражались, действительно, ребята, может быть, прыгнули в некоторых моментах и выше своей головы. Они молодцы, они просто красавцы. Ну а черкасы, может быть, придется отмечать еще в других сериях, в полуфинальной и серии за медали. Черкасы продолжают борьбу за эти же медали. Черкасы в четверке и в полуфинале вместе с черкасскими мапами. Химик, который в очной дуэли будет биться с черкащанами. И эта пара Кривбас Динам. На этом будем прощаться с вами. Мы сегодня с вами посмотрели сумасшедший баскетбол в пределах Суперлиги Favorite Sport. Любите баскетбол, приходите на игры и болейте за свои. Возле микрофона работает Вячеслав Лопушанский. Всего доброго. До свидания.